Загрузилась, не знаю, что такое с ней было. Всем доброго времени суток, всем добрый вечер. У кого-то уже ночь. Отпишитесь, как меня видно, слышно. Ага, вижу, плюсики полетели. А, все замечательно. У кого, если что-то не видно или что-то не слышно, нажимаем F5, перезаходим, и все будет хорошо. Итак, у нас сегодня с вами вебинар, с чего начинается наша работа. Мы будем с вами раскладывать работу по полочкам всю, чтобы вы не путались ни в чем. Да, то есть наш бизнес-старт, да, как говорится. Так, для начала разрешите представиться, с кем я не знакома. Нас зовут Анна и Антон Кононовы. Мы работаем вместе с мужем вдвоем. Вот уже как 2,5 года у нас было в прошлом каталоге на проекте. И мы в закрепленном звании старшего национального директора. Угу. Ну и давайте же, дорогие коллеги, так как мы с вами решили разобраться с самого начала во всем, то, конечно, нам с вами в первую очередь нужно понимать, что наша с вами работа внесена в реестр всех профессий, она называется менеджер сетевого бизнеса, она занесена в государственный реестр всех профессий. Это нам с вами нужно знать. То есть мы с вами начинаем с момента заключения договора с компанией получать деньги на расчетный счет в банке, и у нас начинает с вами идти настоящий трудовой стаж, как у индивидуальных предпринимателей. Поэтому то, чем мы с вами сейчас занимаемся, да, то есть это все у нас официально, легально и очень хорошо оплачиваемо. Ну и поедем с вами дальше. Также хочется сообщить, что профессия сетевого бизнеса теперь преподается в крупных вузах мира, в частности и в России. Это очень приятно. А да, многие из нас уже могут не быть самоучками, а могут пройти настоящие курсы, настоящее обучение платное, да. Вот. И, конечно же, что больше всех волнует, это, конечно же, за что платит компания, не всем понятно. И перед нами с вами вебинар сейчас идет слайд по маркетинг-плану Faberlic. Это додиректорская табличка. То есть у нас есть еще с вами последиректорский маркетинг-план, когда лидер достигает уровня 3000 баллов по структуре и начинает получать различные бонусы. Их очень много, поэтому мы с вами на этом вебинаре не будем про это рассказывать, но у нас очень хорошо про это рассказывает как раз-таки Александр Гаранжа с Украины. И, конечно же, она умница и красавица, рассказывает очень доходчиво и интересно. Вот. И, конечно, самое главное, что мы с вами должны понимать, самое основное, это то, что компания платит нам за созданный товарооборот. Что такое директор? Директор – это 3000 баллов, это 225 тысяч товарооборот, если взять в деньгах. И, конечно же, выплаты директорские у вас уже будут на расчетном счете в банке. Недавно, вчера, я выложила скриншот выплат. Ну, и еще много всяких лидеров выложила скриншот выплат. Но я вам сейчас покажу скриншот своей дочери. Да, я думаю, она против не будет. Да, пожалуйста, пройдите, посмотрите. Вот, к примеру, уже мой ребенок может открывать индивидуальное предпринимательство, хотя она еще не полгода на проекте, но мы пока не открываем, потому что нам нет 18 лет, и мы дождемся, пока будет 18 лет. Да, то есть лидеры с 16 лет на Украине могут открывать ИП. Но так получается, что в России нужно, чтобы родители признали ребенка дееспособным, потом уже открывать перевод денег на расчетный счет банке. И мы решили пока накопить побольше. Вот. Значит, что такое маркетинг-план Faberlic? Давайте с самого начала начнем. Да? 3000 баллов – это 60 человек, которые делают в вашей структуре 50 баллов. И все, и вы на 3000 баллов. Или, допустим, 30 VIP-консультантов. Да? Или, допустим, да, будет сразу миллионером. Или, допустим, 300 человек, которые в вашей структуре будут делать по 10 баллов. Да? То есть, как у вас получается, так мы с вами и работаем.
Главное самое, что у нас белая зарплата, постоянно растущий доход, который начинается, как вы заметили, по табличке с нуля, да, и у нас 19 зарплат в году. А чем больше ваш товарооборот, тем больше ваши выплаты. То есть мы с вами зарабатываем от 3% со структуры до 23% со структуры. Наша группа – это все, кто зарегистрирован не только вами, но и вашими лидерами, вашей командой и вашими новичками. Чем больше структура, тем, соответственно, больше будет товарооборот, если с людьми работать. То есть компания платит не за перепись населения, а компания платит за качественные регистрации, за то, что вы в свою команду приводите лидеров. Да? То есть мы с вами… А все пришли зарабатывать, конечно же, первым делом нам нужно с вами звать людей, чтобы они тоже шли именно на заработок. Если у вас не получается позвать человека на заработок, то только тогда можно предложить, допустим, покупки для себя или продажи, да, вот что-то типа этого. Или там, допустим, систему управления весом, ну это тоже как бы покупки для себя. И давайте с вами посмотрим. Значит, первое, да, если ваша группа набрала товарооборот 100 баллов, да, вы, допустим, 50, и под вами 50, 50 до 50, 100, то есть личный оборот входит в вашу структуру, то вы получаете лидер 3% и получаете свои первые выплаты за структуру. Далее, допустим, на второй каталог работы вы сами сделали 50, да под вами 150, суммарно получается 200, и вы уже на 6%, да, и так далее, и так далее. Конечно, самый высокий уровень в додиректорском маркетинг-плане – это кандидат директора, когда вы лично делаете 50 баллов, и под вами 2950, суммарно это получается 3000 баллов, и вы уже со своей структуры получаете 20%. И вот они, наши с вами выплаты на структуру. Обратите внимание, это выплаты на структуру. То есть директор получает не все 41 400, а тысяч, так, 25-35, да, у кого, смотря какое построение. По-разному. Дальше поехалите с вами. Это мой путь, как вы видите, от 16-й компании 2014 года до компании 11 2016 года. Больше распечатка не влазит, мельче уже некуда. Поставьте плюсики, видно ли вам, потому что сейчас я немножечко порисую, чтобы вы поняли, да, как эта распечаточка работает. Вот, смотрим, да, то есть, смотрите, каталог номер 16, я там зарегистрировалась примерно за неделю до конца, так, спасибо за плюсики огромные, да, за неделю до конца каталога, ну и понятно, что ни на какой процентный уровень я не вышла. Во втором каталоге своей работы мне не хватило 10 баллов до 3%, но я не сдавалась. И в следующем каталоге мне уже не хватило 80 баллов до 9%. Да? Потом, значит, уровень 12%. Потом 3 каталога на 19%. И потом я открыла директора. То есть директора мы открыли за 5 месяцев работы, а старшего директора мы уже открыли ровно за полгода работы. И вышли на выплаты 36 534 русских рубля каждые 3 недели. Да? Ну и, конечно, если быть предельно откровенной, то эти деньги не все мне падали на расчетный счет. То есть все, но... Как вам даже сказать, мы платим уже налоги, да, 6%. А на обычной работе платится 13% подоходного налога, у нас же всего лишь 6%, потому что у нас идет упрощенка. То есть 36 тысяч, да, мы умножаем на 19 выплат, делим на 12 месяцев и вычитаем 6%. И вот тогда у нас с вами пересчет на ежемесячные выплаты получается 53 тысячи в месяц. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, вас устраивает такой рост? Вас будет устраивать такой рост? И, конечно же, наверное, все вы понимаете, что наши труды перекрывают в дальнейшем зарплаты работы по найму, да, и у нас с вами получается, что мы начинаем зарабатывать в несколько раз больше, чем бы мы зарабатывали, да, даже спустя 10 лет на заводе, да. Сейчас у меня выплаты довольно-таки очень крупные, и вот тут
выплата крайняя, да, каталог 11-2016 год, это уже 231 тысяча, да, это, конечно, да, это очень много, и я много работала, чтобы на такой доход выйти, да, и все видите, да, по распечаточке, что я, нет, не закрепленные, а где, вот, что я по распечаточке открыла рубинового директора ровно за год, это рубиновый директор, это 3-4 директорские веточки, да. Ну, конечно, да, поработала я много, но как вы думаете, стоит ли оно того? На данный момент, конечно, хорошо, я работаю дома, мне нравится быть в семье, муж у меня тоже уже уволился с работы по найму, мы с ним вдвоем тут работаем. Да, обязательно догоняй, Викуся, вот, да, стоит того, да? И здесь и стаж, и пенсия, все верно. Да, 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 Валентиночка. Да, да, да. Ой, и Танюша пришла, как здорово. Сегодня все директора в сборе, да? Дорогие директора, напишите букву «Д» в чат. Сколько у вас сегодня? Я смотрю, какие вы умницы. Даже директора пришли. Ой-ой-ой, как приятно, здорово. Да, ну вот познакомьтесь, тут и серебряные, и старшие директора, и золотые, да, умницы и красавицы. Итак, значит, дорогие коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики. Поняли ли вы, что в наших выплатах есть накопительный эффект? Чем дольше мы работаем, тем выше наши выплаты. И так же, как и в работе, растет группа, растут доходы. Я думаю, это все понятно, да, я объяснила. Очень переживаю. Далее. Конечно же, мы с вами будем сейчас понимать, как и куда перечисляются наши денежки заработанные. Да? Первое время наши деньги будут поступать на наш личный счет, регистрационный номер в кабинете Faberlic. И мы можем их использовать, оплачивая личные заказы до 65% от суммы заказа. В последующем, как правило, с уровня вице-директор, это примерно 1500 баллов, после заключения договора с компанией деньги будут перечисляться на расчетный счет в банке. Каждые 3 недели деньги перечисляются без задержек, примерно в среду, в четверг, а в первую неделю от начала каталога они нам уже приходят, и мы в директорском чате пишем, а мне денежка пришла, а мне нет, а через час пишут, ой, и мне уже пришла, да, ну, примерно в один день всем денежку переводят. Конечно же, выплаты зависят от уровня, на котором вы находитесь, да, и перечисления осуществляются каждые 2-3 недели и только на расчетный счет в банке. Никаких электронных кошельков, зарплат, конверт, доходы у нас с вами, дорогие коллеги, только белые. Я думаю, это приятно зарабатывать официально. Да, и, конечно же, сегодня мы с вами немножечко затронем тему правила построения по новой системе Турборост. Видео первое по нему уже создано. Спасибо огромное старшему директору Олечке Дубяге. Она недавно родила малышку Тамару, ей еще нету месяца, но она активно нам помогает. Это мои шаблоны сообщений, у каждого директора свои шаблоны сообщений составлены, но я вам кидаю свои, чтобы вы там нашли третий вариант, что мы высылаем на третий вариант, и просто посмотрели видео. Если оно вам нравится, Ольга будет не против, чтобы вы его скачали и загрузили на свой канал. Также по системе Турборос скоро будет новое видео от директора с Киргизии Елены Потаниной, которая у нас телеведущая, да, ее профессия телеведущая. У нее профессиональная речь очень хорошо поставлена, и она нам снимает очень красивые ролики. Я думаю, всем они нравятся. Скоро будет еще одно видео, не только версия Ольги Дубяги. Итак, дорогие коллеги, мы перешли с вами на новую систему построения. Она называется Турборост Плюс. Мы решили название сильно не менять, зачем это нам нужно, да? И сейчас мы с вами подробнее по полочкам, то есть немножко поверхностно ее заденем, а завтра уже подробнее по полочкам с разбором вопросов
на вебинаре по построению разберем. Да, у нас с вами по вторникам бывают вебинары по построению. Завтра, конечно же, мы с вами очень-очень подробно будем и рисовать, и все. И очень хочется огромное количество вопросов, чтобы все поняли. Потому что система Турборост, это решалось директорами долго, и кто-то уже успел на нее перейти, потому что она на самом деле выгоднее. И чем она отличается от предыдущих систем, да, когда мы с вами раньше приходили на проект, да, до этого дня, наставник вел под новичком веточку, а вы вели свою веточку. Но очень часто бывает так, что наставники приходят на проект, немножечко поработают, приведут одного-двух людей и уходят с проекта. И новички, которые выбрали систему Турборост, активировались в течение 72 часов, остаются без поддержки наставника, да? То есть получается так, что у нас начали появляться с вами обиженные люди из-за недобросовестных лидеров на проекте, и мы решили максимально сохранить доброе имя о проекте, мы решили максимально упростить работу, и, конечно же, сейчас каждый наш новичок будет строить немножечко по-другому в своем начале, чтобы на всякий случай, да, то есть мы перестраховываем новичков у новичка и будем забирать первые три активные регистрации в ветку наставника под ним. То есть это будет совместное построение, да, вот вижу уже согласные люди пошли. Итак, значит, наставники помогают так же, как и раньше, расти до 9% вам, далее вы растете самостоятельно, то есть вам, если вы активируетесь после регистрации, пойдете по системе Турборост, дорогие новички, будет помогать наставник и регистрировать к вам в команду людей. Все так же осталось, помощь никто не отменил, а также остается в подарок от проекта свой личный рекрутинговый сайт, если у вас его нет, обязательно. Кстати, у нас очень много людей сегодня на вебинаре, я бы хотела сделать объявление, что сейчас провайдер Украины, с которого создан пока существующий сайт, с которого мы выдаем рекрутинговые сайты, блокирует, да, почту Яндекс и Mail. Очень просим всех проверить свои почтовые ящики, на которые вам созданы рекрутинговые сайты. И если там вбит Яндекс или Mail, срочно на переделку, иначе вы не будете знать, что вам пришла регистрация, а люди будут ждать. Обязательно на гугловскую почту все переходим. Ни Рамблер, ни Яндекс, ничего не подходит, кроме Google. Google, Gmail и так далее. Это все одна и та же почта, все ее называют по-разному. Да, gmail.com. Спасибо огромное, Валентина. Да, уже столкнулись с этой проблемой, эта проблема очень решается, Николай Андрейко сейчас полностью в эту проблему погружен, пытается обойти блоки, но и мы, давайте не будем плашать, надеяться на Николая, будем по скоренькому своим директорам высылать почты на переделку рекрутинговых сайтов. Да, угу, отлично, да, вот сейчас мы сегодня в очень активном режиме будем максимально стараться успеть для всех сделать сайты, вот, поэтому не зеваем, не зеваем, термошим своих новичков, у которых есть сайты, будем их трясем, чтобы они поскорее, да, те, кто пользуется рекрутинговым сайтом в подарок от проекта, чтобы поскорее поменяли свою почту, если там у них нет Gmail. Если Вика почта Gmail, то вам в дублях будет приходить, и вы можете раздавать. Да, вы можете раздавать эти почты, ой, эти регистрации по своим новичкам, то есть видеть, да. Mail, обычный mail нет, все, mail блок точно. Блок не из-за того, что там спам какой-то, еще что-то, да, все вы знаете просто, что немножечко там какие-то запреты, их можно обходить, но не все запреты можно обходить. Новички с Украины также рекрутируют в обычном режиме, как и рекрутировали, никаких проблем нету в рекрутинге, все хорошо, замечательно. Но обязательно нужно сейчас все почты просто поменять. Да, просто нас много, и мы об этом, наверное, будем говорить целую неделю. Да, и все регистрации, которые будут зависать у тех, кто делал вам сайты, они будут раздаваться вашими же директорами, вы будете их проводить.
Вот, так что проверяем, у кого Яндекс, Mail, обязательно меняем почту. Это важно, это прям горячие новости. Этот сбой произошел сегодня. Знайте об этом. Прям сегодня мы об этом узнали, сегодня вам и говорим. И по чатам разослали. Кто видел сообщение, поставьте плюс. А кто не видел, если будет много минусиков сейчас, то я еще раз разошлю после вебинара. Как закончу, сразу разошлю. Вот, видели, да? Вот, видите, некоторые не видели. Но ничего страшного, знаете. Вот, очень хорошо, что пришли на вебинар. Итак, давайте же с вами продолжим. Значит, по системе Turbo Rost Plus, все остается точно так же, просто мы убрали рост, да, и теперь Turbo Rost Plus стал очень похож на совместное построение. Это когда первые три активные регистрации новички, то есть вы, да, проводите в свою первую совместную веточку с наставником, да. Вот, проводите в свою первую совместную веточку с наставником. Вот, в принципе, все и изменения. Во-первых, да, вот 9 пунктов, которые я вам сегодня расскажу. Вот, все это будет, Танюша. Значит, наставник и вы сами проводите регистрацию в одну и единственную свою совместную веточку. Как только у новичка, простите, тут ошибка грамматическая, как только у новичка получилось привести три регистрации, активированные балловым заказом, можно открывать свою вторую веточку. Еще раз хочу повториться, это сделано для того, чтобы у нас не было обиженных людей на сайте, дабы сохранить доброе имя проекта, и чтобы люди, которые, понимаете, мы работаем через интернет, иногда приходят умнички и ответственные лидеры, а иногда приходят безответственные, и мы не можем, да, по фотографии в интернете понять, будет этот лидер работать или не будет этот лидер работать, так ведь, да, вот, и иногда такое получается, что новички остаются без поддержки, и им обидно. И, конечно же, они и активировались, и подарок забрали, и регистрируют, и работают, но остаются как бы без поддержки наставника. И мы решили, вот как раз эти первые три регистрации, да, чтобы видели турборост, да, Анюточка, спасибо тебе огромное, да, и мы решили, что вот эти три регистрации как раз перестрахуют безответственных людей. Да, то есть все до единого, кто приходит на наш проект, регистрирует свои первые три активные регистрации в свою ветку совместную с наставником, и потом уже открывает свою вторую веточку. Да? То есть вы можете, как новички, провести 20 регистраций, но никто из них не активируется. Да? То есть у вас есть, как бы возникнет какой-то барьер в работе с людьми, который нужно будет решить, да? Какая-то задачка. Вот. Если такая задачка возникла, то мы с вами не открываем свою веточку, потому что пустые регистрации, они бесполезны. Какая разница, куда вам их шлепать, да? Ветку наставника или в свою ветку, да, получается. Поэтому самое главное, чтобы вы привели три активированные балловым заказом, неважно по какому варианту, человека, и можно потом открывать свою вторую веточку. Ваши новички с этого дня, которые недавно пришли, тоже таким же образом стартуют. Обычно, когда лидер начинает работать в соцсетях, он может столкнуться с блокировочкой, с какой-то грубостью, еще с чем-то, да, при рекрутинге. И что получается? Если лидер привел одного-двух людей и ушел, сказал, что это не для меня, да, я лучше за станком на фабрике поработаю, да, есть такие люди, то, конечно же, те один-два человека, которые к нему успели зарегистрироваться, не пострадают. А вдруг они умницы, а вдруг они красавицы, а вдруг они успешные бизнес-директора, да? Поэтому давайте будем давать сейчас шанс всем. И я считаю это очень важной перестройкой, потому что это очень выгодно вам в первую очередь всем. Выгодно, потому что у вас будут более замотивированные люди на рост, когда каждый, да, вот смотрите, новичок пришел на проект, он еще где-то путается, где-то ему сложно странички создавать, где-то он логины, пароли потерял, да, еще что-то, и понятно, что он и людей может потерять, а тут лидер в легкую берет, да, то есть в свои умелые руки эту ветку и ведет ее дальше, выше, выше, и лидеры, у которых, да, которые вот
бывает брошенная в Баку, да, у них там, может быть, своих баллов 50, да подними там 10-20 баллов, и все, и они вот не могут, да, им обидно, и еще что-то может там, какие-то свои, да, нюансы быть. А тут они видят под собой рост, они видят, что у них получается, да, у наставников получается, и, конечно же, они тоже начинают работать более уверенно, понимая, что под ними есть рост. Да. А Лилия, сейчас я все расскажу. Я сейчас расскажу главное отличие, вот, а потом уже расскажу все остальные мелочи, да, как мы решили эти все проблемы. Далее. Значит, второе. Как только у новичка получилось, так это я говорила, да. Третье. Через сутки после регистрации наставник пытается провести под вас новичка, да. А если регистрация проходит, значит, вы сделали, оплатили минимальный заказ срок. Что это значит? Сейчас мы с вами будем говорить о минимальном заказе после того, как человек вам скинул данные в соцсети, но до регистрации. Я считаю, что бесполезно регистрировать людей, которые не, как вам даже сказать, ну, конечно, это практика, вы будете регистрировать, находить им агентские пункты, вы будете, да, как сказать-то, да, как рыба в воде ориентироваться на сайте, но пустые регистрации особо не приводят к результату, да, и у нас на проекте у новичков обычная статистика, и практически у всех такая, каждый третий-пятый активируется, да, то есть получается, если новичок не сможет договориться с человеком до регистрации заказа, то и после регистрации заказа с человеком он тоже не сможет договориться. Согласны? Поставьте плюсик, минусик. Да, поэтому у нас с вами создано видео, да, я вам посылала файлик, в котором говорится о заказе до регистрации, то есть о заказе до регистрации, то есть человек регистрируется тогда, когда у него будет денежка, чтобы сразу активироваться. Конечно же, все мы с вами должны доносить, что такая срочность активации только первый раз. Потом он сам будет решать, идти ли ему по программе Faberlic, идти ли ему по стартовой программе, забирать ли ему подарки. То есть он может все решить сам, но первый раз такая срочность имеется, и это важно понимать, что доносить до людей, что это первый раз такое, только первый раз, потом они сами решают, на какие суммы, когда и сколько им делать заказы, да, вы до них доносите акции, а решают люди сами, да, все же к нам приходят самостоятельные люди старше 14 лет, в основном у нас уже идут лидеры от 25 лет, а на проекте, да, очень мало молодых директоров, обычно от 25 лет девчонки, да, уже мальчишки директорами становятся. Итак, значит, третий пункт мы с вами обсудили, четвертый пункт мы с вами обсудили, пятый пункт, если регистрация под вас не проходит, или у вас под вашего новичка регистрация не проходит, значит, новички не успели проплатить заказ в срок. И самое главное, вам знать и доносить до своих новичков, что тут есть тонкость. Мало положить деньги на оплату заказа, нужно зайти в свой заказ и нажать кнопочку «Оплатить заказ». Да? То есть это все есть в инструкциях моих, допустим, точно есть в шаблоне переписки. Мне кажется, это есть у каждого директора, но не все новички просто умеют читать правильно и досматривать видео до конца, и возникает такая проблема. Поэтому, прежде чем, да, то есть вы, допустим, зарегистрировали лидера, он у вас согласился сделать заказ, да, и вдруг вы видите, что заказ у него не оплаченный, вы не можете провести регистрацию, сутки прошли, вы ему сначала, да, вы ему сначала отписываетесь, спрашиваете, в чем дело. Если он вам не отвечает, то только тогда вы его уже, как и раньше, по онлайн-росту отодвигаете в бок и ведете свою цепочку дальше. Никого, старайтесь никого не жалеть. Да, иногда бывает такое, что код не пришел или еще что-то. И что-то произошло не по вине человека, который регистрировался на проекте, да, тогда его можно подождать, да, то есть тут не прям так срочно или так, или никак, да, то есть, но об этом нужно сообщить всем, кто в эту веточку регистрирует, да. Да, поэтому мы сейчас даем минимально это активация сутки. Ну вот смотрите, у нас сегодня
Прошло 5 регистраций, да, вот я сейчас привожу пример себя. Двое уже активировались, трое уже наложили всего в корзину, утвердили заказ, сказали оплате завтра. Но так как они прошли после 3 часов дня 3 регистрации, да, то завтра они до 3 часов дня должны оплатить, и они оплатят. Они сказали, что все будет хорошо, все будет замечательно, да. То есть вот таким вот образом мы работаем, и мы, понимаете, мы не то чтобы в приказном тоне ставим перед фактом активироваться, мы понимаем, что нам нужно расти, да, и мы это все объясняем своим новичкам, своим кандидатам на регистрацию, что если вы хотите расти, хотите стать директором и так далее, и так далее. Позже у меня там заготовлен для вас текст, что писать до регистрации, почему-то он такой простой, но так хорошо у меня работает. Я, конечно же, с вами им поделюсь, потому что... которого привел так, наставник не будет регистрировать совместную ветку, пока не будет активации заказом новичка. Да, сутки ждем. Анюта, пишите до регистрации или созвон делайте. Можно писать, но лучше всего, конечно, делать созвон. Также, дорогие коллеги, я очень часто, вот бывают такие моменты, да, ну что ж скрывать, да, мы работаем с вами все через интернет, и мы можем сидеть, ну, к примеру, в бегудях, маске и в халате, да, и вдруг вам пришли данные на регистрацию, да, добрый вечер всем, да, и, конечно же, так получается, что вы не можете резко умыться, накраситься, чтобы созвониться с человеком, а лохматый там, да, в халате не хочется показываться. Я очень часто начала пользоваться аудиосвязью, то есть я нажимаю на говорить и говорю и отправляю этот текст. То же самое, как в Вайбере, в Ватсапе, в Скайпе я могу посылать аудиозапись. То есть, и вы знаете, если вы разговариваете с человеком, это здорово. Также можно отправлять видеосообщение, да, человек может сам увидеть, когда. Да, можно позвонить в Вайбер, Ватсап, Телеграм, можно звонить просто вот разговаривать, если вам, да, как угодно. Лучше, конечно, звонить. Да, вот, штука очень хорошая, но я вот иногда, если ночь, к примеру, да, я знаю, что человеку некогда, он уже не в сети, я знаю, что мне ему нужно отправить какое-то важное сообщение, я включаю аудиосвязь, по-быстренькому говорю, что мне нужно, отправляю человеку, когда ему удобно, читает, да, ну, не секрет, что люди воспринимают через призму общения, а не через пустой текст, да, лучше всего, даже если у вас есть новички, которые стесняются позвонить, пожалуйста, аудиосвязь, это просто великолепная вещичка. Написали на бумажке, и один и тот же текст читаем каждому человеку. Все. Более ничего не нужно. Все просто, ничего не усложняйте никогда. Я не люблю вот ничего усложнять, и не люблю там вот это вот все. Я люблю живое общение, я люблю рекрутинг через соцсети, и мне нравится так работать, и я расту хорошо, и буду расти дальше, и вообще я прям довольна, да. Ой, ну это, Люда, я, конечно, не, может быть, даже и не знакома с вашим наставником, поэтому вам нужно отписаться в личку своему наставнику, скинуть его регистрационный номер, пообщаться с ним на эту тему. Да, ну обычно в каталог 1-2 регистрация должна быть под вас проведена, если наставник активно работает, 1-2 в каталог проводит. Да, конечно, по 50 человек регистрировать никто не будет. Да, правильно Лена написала. Вот. Далее. Ой, минутку, не дочитала. Так, значит, седьмое. Почему в компании Faberlic меня очень часто задают вопрос, я положила деньги на счет, а почему проплата не прошла? Дорогие коллеги, компания Faberlic никогда без вашего ведома ваши деньги из вашего кабинета не возьмет. Или вы их положили на какую-то услугу, да, допустим, вы хотите купить билет на форум, да, форумы у нас прям от 0%, если вы зарегистрированы, пожалуйста, билет светится, можете покупать, сходить, посмотреть, как лидеров награждают чеками на сцене и так далее, да. Или вы, допустим, сделали заказ в этом каталоге, вам достаточно, и вы решили в первый день начала каталога оплатить свой заказ, потому что вам и так баллов достаточно, да, к примеру, и вдруг компания возьмет ваши деньги. Нет, поэтому для этого и существует кнопочка «Оплатить заказ» тогда, когда вам будет удобно. Это очень важно знать и понимать. Вот, это не сложность, это наоборот уважение к вам. Далее, когда проплата не проходит с урок,
Да, то есть, допустим, вы пришли, согласились сделать заказ в течение суток, у вас нет никаких проблем с кабинетом, вы просто решили не делать заказ. То есть наставник вас не ждет, потому что ему надо строить веточку, потому что есть новички, которые не хотят ждать, хотят вот как раз по 50 регистраций в каталог, да, будем предельно с вами откровенны, поэтому даже если активация получается раз в сутки, то все равно получается 10-15 регистраций в одну ветку, да, вливаться. Джульетта, мы только что все это обсудили и сказали, что у нас новое правило построения. Скажите, пожалуйста, с какого момента вы на вебинаре находитесь? Мы как раз решаем вот эти вот самые вопросы. Елена, если такое происходит, пишем в обратную связь и жалуемся. Те, кто, конечно, ждут наставников, я вам хочу сказать, что все драгоценные директора моего проекта, именно моей группы, не получали от меня толком регистрации. Я не успела под них никого зарегистрировать. Вот, пожалуйста, старший директор, ой, извините, серебряный директор, да, допустим, Анюта Атамась, извиняюсь, Анюта, сковеркала твое звание, да, не успела я под ней никого провести. Ну, молодец, она сама быстро выросла. Не успела и все. Я провела пару регистраций людей, которые, ну, посидели, что-то там ветки подождали, терминировались, да. Понимаете, если вы умеете все делать сами, вам помощь-то как раз и не нужна. Нисколечко не нужна. И какая-то гордость, когда вы растете самостоятельно. Вот знаете, передо мной когда-то стоял выбор. Когда меня зарегистрировала девушка 17 лет и сделала ноги с проекта, я понимала, что я осталась одна, без поддержки наставника. И у меня был выбор, или я уйду с проекта, или я останусь и буду расти самостоятельно. Вы знаете, я не пожалела, что я осталась, да, и я решила, что я вот нисколько не обделена жизнью. Да, хотя вот у меня так получилось. Я пошла под девочку 17 лет. Да, настоящие лидеры надеются только на себя. Вы знаете, я не разочарована ни в своей судьбе, ни в своем доходе. У нас есть лидеры, которые, извините меня, год сидят на 23% и не могут свою веточку даже 200 баллов в бок отстроить. Все сидят. Вот такое и есть, да, конечно. Но давайте не будем с вами углубляться, просто я бы вам хотела сказать, что практически все мои директора выросли самостоятельно, а те, кто не самостоятельно, я под них, я не знаю, успела ли я по 5 регистраций провести. Это серьезно сейчас. Я вам в этом признаюсь, что... Ну, нет у меня директоров, выросших на халяву. Поэтому, знаете... Елена, если такое происходит, только обратная связь такие вопросы решит. Да, пункты выдачи могут оплатить. Причину можно искать во всем. Кто-то худеет всю жизнь, а кто-то делает свою фигуру красивой. Кто-то становится богатый, а кто-то влазит в кредиты. Каждый живет, как ему нужно. Я никогда никого не осуждаю. Если человек сидит в зоне комфорта, и ему там комфортно, и никто вокруг него не страдает из-за его зоны комфорта, да, пожалуйста, живите, как вам хочется. Каждый имеет право зарабатывать столько, сколько ему хочется. Мне не хватало, и я пошла и сделала результат. Да? Вот. Нет, я еще не скидывала. Лилиана, мы сидим 40 минут, я бы еще хотела поговорить о том, как обойти блокировки и так далее, и так далее. Давайте в записи посмотрим с вами, хорошо? Так, давайте, значит, мы с вами сейчас поговорили о том, что новая система Turbo Rost Plus даст нам хороший скачок роста, избавит нас от людей, как вам даже сказать, избавит нас от наставников, которые привыкли приводить по одному-два человека и сбегать куда-то неизвестно
куда, да, то есть новички таких наставников останутся на плаву, останутся в веточке, и это очень-очень важно. Это очень похоже на совместное построение, путаться тут негде, вот, поэтому все здорово, да, в итоге все равно эта веточка будет ваша, когда вы подниметесь на более высокий процентный уровень, да. Далее, если вы не если новичок под вами или вы сами не успеваете проплатить заказ в течение суток, вы растете самостоятельно, вас не отрезают ни от бесплатного обучения, ни от вебинаров, ни от чатов фабрики директоров активного роста, ничего, да, то есть вы можете также получить свой рекрутинговый сайт, если сделаете лично 50 баллов, да, то есть ни от чего не отрезают, то есть лидер, который растет самостоятельно, ну супер, это лидер, я так считаю. Да, обязательно, обязательно знакомимся со всеми до единого, кого под вас провел наставник. Вот, далее, значит, турборост плюс. Новичок активирует свой рек номер в течение суток, то есть на проекте создано новое видео для рекрутинга, в котором уже об этом сказано. Вы можете скачивать его к себе на свой канал YouTube, самое главное, переименуйте, и все будет хорошо. Далее, скоро появится новое профессиональное видео. Вот страны для активации. Да, то есть это сумма минимального заказа, первый столбик это по цене каталога, и сумма минимального заказа по цене склада. Также, чтобы вам ничего не переписывать, и у вас, чтобы было все под рукой, вы можете зайти на наш с вами командный сайт и в разделе «Как сделать заказ» увидеть точно такую же табличку таких же цветов. Все знают, где это есть. Сбросьте, пожалуйста, кто-нибудь табличку. Вот, буду вам очень благодарна. Также, конечно, новичку не обязательно говорить только о минимальном заказе. Иногда новички, активировавшиеся по минимальному заказу, расстраиваются, что им не рассказали про подарки. Поэтому будьте внимательны, рассказывайте всегда про подарок новичка, про Faberlic-клуб, про стартовую программу, про VIP-привилегии. Пусть лидер сам решает, не решайте за человека. Да, спасибо огромное, Ниночка. Вот, там как раз эта табличка. Вот, видео вот тут, смотрим третий вариант. Это мои шаблоны сообщений, у каждого директора свои шаблоны сообщений, я просто, чтобы вы видео списали, да, посмотрели, если вам нужно, берите в оборот или можете снять свое, как вам будет удобно. Далее, значит, давайте с вами поговорим о том, что турборост это... Когда мы с вами получаем бесплатное обучение, получаем рекрутинговый сайт от проекта, вот видите, тут немножко не переправила, в течение суток нужно активироваться и получает поддержку от наставников в построении структуры. Ну, то есть такой вот у нас с вами сегодня вебинар для новичков, да, и теперь, конечно, мы с вами должны понимать, что чем выше мы в процентном уровне, тем больше у нас выплаты, да, и без разницы, кто в вашу структуру приводит людей, ваш наставник, ваш новичок, вы сами, это все ваша структура, ваш товарооборот, дружите, пожалуйста, с самого начала вместе. Бот для работы сейчас не идет, он не работает, там поменялись скрипты, он еще не настроен ноля. Я об этом написала и в шаблоне для директоров, и в чате для директоров. Сутки, Лилия, сутки. Вот, далее, значит, с вами смотрим. Очень часто задают вопрос, что чтобы получать выплаты по маркетинг-плану, нужно делать лично 50 баллов. Чтобы получать выплаты, да, нужно делать. Но если у вас что-то не получается, да, с заказом, то самое важное, это, конечно же, рекрутирование. А мы с вами начинаем рекрутировать, создавать базу для работы и искать партнеров. А 50 баллов вы уже можете делать тогда, когда вам уже будет самим невыгодно их не делать. То есть 6 из 9% это выгодно. Давайте с вами обсудим, почему. Почему выгодно? Да, обратите внимание на тот факт, что когда я не была на 3%, да, видите, 92,87. Мне нечего было забирать из своей объемной скидки, и 50 баллов я не сделала. Всем видно, да?
Тогда можно поставить в кабинете крестик, что нельзя за вас ничего там делать в кабинете, в настройках Танюши это есть. Да? А на второй каталог работы, моя структура, на третий, простите, моя структура уже была 517 баллов. И вот я решила, что это уже 6% уровень, да? И я решила, что я сделаю 50 баллов и уже получу свои денежки. Вот я эти денежки получаю. И этими денежками я уже могу списывать за заказ. То есть, вот видите, сумма списания через заказы. Ой, криво, ну ладно. Да, то есть 622 рубля из последующего заказа у меня уже спишется. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Понятно, что на 12%, да, там уже выплаты совсем хорошие. И не делать заказ, это вам больше в минус, чем в плюс. И там уже, понятно, 19 директорский, да. То есть, допустим, вы сделали заказ на 5000, да, к примеру, а получили 31, да, то есть какую часть, 1/6 часть, получается, вы отдаете на заказ. Я не считаю, что это много. Все равно вы эти деньги куда-либо понесете. Вам все равно надо чем-то мыться, чем-то стирать, что-то носить, да. Вам все равно нужны и носки, и нижнее белье. Вы все равно будете в любом случае чем-то стирать и чем-то мыть голову. Поэтому скажите, пожалуйста, все ли понятно, есть ли вопросы, и мы с вами поедем к следующей теме. Да, самое главное – это создание базы для работы и рекрутинг. Угу, отлично. Итак, давайте с вами посчитаем, почему же 6-9%. А пример я тут привела, как вы поняли, для активно работающих людей, строящих структуру по совету наставника и директора. То есть, конечно, у нас есть люди, которые неправильно строят структуру, и у которых маленькая зарплата очень. Но тут, конечно, уже ничего не поделаешь. Если лидер не слушается, то мы уже не можем на него повлиять. То есть мы только рекомендуем. Да, наши близкие заказывают. У меня очень много сейчас заказывают. Я говорю, давайте я вам ваш рек-номер. Нет, мы с твоего будем делать. Ну, делайте, господи. Но все равно, знаете, правда, мне очень много делают заказов родственники. Где взять слайды? Катюш, мы каждый делаем сам себе слайды. Как ты видишь, сейчас у меня слайды с моими данными, они прошиты, да, то есть ты прошиваешь своими данными слайды и так далее. То есть слайды делаются легко. Какая ссылка не открывается? У всех ли открывается ссылочка? Нажмите, пожалуйста. Да, то есть смотрим, как раз таки компания нам списывает 65% от заказа, если мы уже выше 9%. То есть нам остается заплатить только 15%. Открывается, да, спасибо. Что такое зелененькие? Не поняла. А, зелененькие. Вот. Смотрим, да, если вы лидер, вы сделали 50 баллов, да под вами 25, да 25, все вместе, сколько у нас с вами получается? Маленечко посчитаем с вами маркетинг-план, чтобы вы понимали, откуда берутся выплаты. Суммарно сколько баллов в группе? Получается 100, да? 100 баллов мы умножаем на выплату своей страны, да? То есть, если мы с вами будем считать в молдавских леях, то мы 100 умножаем на 18 и умножаем на свой процентный уровень. И получаем 180 рублей. То есть вот таким вот образом нам начисляется денежка за наш товарооборот. Это самый первый маркетинговый уровень, да, как вы поняли. Всем понятно, я посчитала, да? То есть у нас с вами идет такая формула. Балл, да, как сказать-то, ГО умножаем на балл на выплату, умножаем на процентный уровень. Вот. Далее, тут уже идет посложнее, но и выплаты уже идут побольше, да. У нас с вами получается три веточки вот с таким вот объемом личной группы уже большим, да, которые лично сделали 50 баллов, и это 12% лидер, да, и, конечно же, у него уже, как вы видите,
если высчитывать первую веточку, да, тут уже получается маркетинговая разница, как вы видите, да, эта маркетинговая разница очень легкая, да, в итоге, когда вы эти все три веточки вырастите на директорство, вы будете получать 5% без всяких маркетинговых разниц, да, а пока эти веточки растут до 3000 баллов, вы с них получаете маркетинговую разницу, то есть, если вы на 12, а ваша веточка на 6%, то 12 минус 6 равно 6, да, и получается с каждой веточки мы получаем по маркетинговой разнице, это значит 320 баллов, да, то есть вот это вот 320 баллов мы умножаем на 60 рублей и умножаем на 6%, да, то есть это маркетинговая разница. И получаем с каждой веточки по 1152 рубля. Тут немножко поменьше, я чтобы было ровно 1000, тут прибавила немножко, да, убавила на 10 баллов, да, видите. Вот, ЛО всегда считается по своему проценту, да, личный оборот, который вы сделали. То есть вы свои 50 баллов умножаете на валюту своей страны и умножаете на свой процент. И со своего заказа вы тоже получаете денежку. Когда все это вместе складывается, да, то есть за две веточки одинаковых, за одну, которая на 10 баллов меньше, за свой личный заказ, вы получаете 3780 к списанию через заказы. Скажите, пожалуйста, всем ли все понятно? Плюсики, минусики, вопросики. Да, мне тут новичок пишет, что кто-то, ой, вы знаете, я даже забыла, из какой компании девушка написала, у вас там маркетинговая разница, вы деньги не получаете. Так вот, дорогие коллеги, когда веточки вырастают на директорские, вы реально получаете 5% без всяких разниц, и реально все хорошо, нет никакой маркетинговой разницы. Наоборот, мы с вами получаем хоть 120 уровней в глубину. Это нужно знать, вот. Вот запамятовала, да. Далее, значит, с чего начинается наша работа, да. Все это мы вместе с вами посчитали и смотрим пояснение, да. То есть мы сейчас с вами понимаем, да, с чего складывается доход и как мы пользуемся своими деньгами до открытия индивидуального предпринимательства. Значит, когда мы с вами делаем заказ на 4000, ну, к примеру, если мы с вами возьмем какие-то БАДы, витамины, да, то заказ у нас с вами получается 75 рублей балл, это 3750, плюс доставка, ну, 4000, да, примерно. Если мы с вами из этих 4000, мы уже на 12% давно, мы вычитаем 65%, то у нас получается, что 2600 списалось, а заплатили мы своих денег 1400 рублей. Причем эти 1400 рублей, желаете, можно также собрать заказ со своих родных, близких и получить их наличкой. Пожалуйста, все легко и просто. Вот я лично договор с компанией заключила через, по-моему, 4 месяца с момента регистрации, то есть это очень-очень быстро. Вот, далее, ну, вот такая вот ситуация, да, я думаю, вы уже все это поняли, да. Далее, смотрю, уже плюсики пошли, да, можно сделать свой заказ, они спишутся, можно их копить, они никуда не денутся, да, то есть если у вас суммы заказов уже меньше, чем накопленные деньги, да, то есть остатки остаются, то эти денежки копятся, никуда не деваются до момента открытия индивидуального предпринимательства. Вот пример списания моей объемной скидочки, как она списывается автоматически. То есть до заключения договора с компанией на перевод наличных денег на счет в банке у вас будет списываться 60% ОС постоянно. Остаток денег копится. Всем все видно, да? То есть вот я сделала заказ на 4200, и у меня списалось 2763. И к оплате у меня получилось 1679. Все удобно, да? Все удобно, все хорошо. Вот почему выгодно делать 50 баллов уже с 6 или с 9%. На 6% вы уже зарабатываете свои 600-700 рублей.
Да, Оля, и мы тоже очень много накопили. Вот. Тане, помню, Русаковой с Белоруссии, да, ей вообще сказали, боже мой, зачем вы столько накопили, да, и три каталога ей эти деньги отдавали, вот сколько Танюшка накопила, да, то есть все возможно, все возможно, дорогие коллеги. Но знайте, что 50 баллов делать не обязательно, тут вы сами решаете. Главное рекрутировать, работать и не думать, что ой, я пришла в первый каталог работы там или во второй каталог работы, я не сделала 50 баллов, все, все конец света. Нет, я не знаю, почему так новички думают. Ну вот Белоруссии, наверное, не за раз. Да, Белоруссии не за раз. Далее, значит, что такое 50 баллов? Да, это возможность получать свои деньги с 3% и выше, это объемная скидочка. Возможность получить скидку от цены каталога 26%. О ней мы вчера говорили, ой, сегодня с утра говорили. Отдают сразу все, но в Белоруссии вот на три части Танюшки разделили. На Украине вообще говорят, что то выводят, то не выводят, смотря как что. В России сразу все отдают, сразу же приходят. А, да. Белоруссии не выводят, но у Танюшки Русаковой вот вывели все без проблем. В Украине, да, в Украине не выводят, да. Вот. Смотрим дальше. Значит, четвертое. Пятое, то есть от трех подарков и выше по программе Фаберлик Клуб. Все мы с вами знаем, что 50 баллов – это 50 бонусов, и на 50 бонусов вы можете забрать три подарка по программе Фаберлик Клуб. Если вы не делаете 50 баллов, то компания эти деньги себе не присваивает. Они не седают в компании, они уходят выше, то есть лидеру, который над вами сделал 50 баллов. На Украине не выводят, лучше не копить, сразу открывайте ЧП и все. Да, Лилия. Не надо их там много-много копить. Итак, дорогие коллеги, поговорим с вами об обучении на проекте. А есть ли еще у вас какие вопросы? Да, можно, Катя, да, с 12%, да. Вот. Если вопросов нет, отминусуйте, пожалуйста. Ну или да, вот смотрю, директора отлично модерируют чат. Спасибо, девочки дорогие. Итак, поговорим с вами об обучении на проекте. Все вы знаете, и кто не знает, знаете, что мы работаем по готовой системе, получаем инструкцию, как создать странички, затем, как их раскручивать, тексты и картинки готовых сообщений. Затем, как работать в соцсетях. Танюша Белич, дорогая, недавно видео про ГОНК мы рассылали 3 раза за день по всем чатам новичков. Найди его, пожалуйста, и посмотри, если у тебя есть какие-то вопросы по групповому объему новых консультантов. Далее давайте с вами посмотрим, что еще у нас бывает на обучении, да, то есть мы вам выдаем тексты и картинки готовых сообщений, у каждого директора они свои, затем как регистрировать людей, да, то есть на все созданы готовые полезные видеоинструкции. Да, Танюша, еще в чате топ-лидеров я проводила вебинар про ГОНК. Нужно, ГОНК – это групповой объем новых консультантов, то есть раз в полгода мы регистрируем одного человека в свою первую линию и под этого человека выращиваем ветку аж целых 500 баллов. У нас за полгода люди открывают серебряных директоров, старших директоров, поэтому я думаю, что ГОНК делать очень просто, очень легко. Вот. Ну, вы знаете, я не знаю, отслеживают ли уже за теми, кто открыл контракт этот ГОНК. Мне кажется, уже и не следят, не знаю даже. Вот. Далее, значит, дорогие коллеги, все ли мы с вами поняли, поставьте плюсики, минусики, что мы с вами начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. Да? Прямо в процессе обучения. Я думаю, это великолепно. Нам не нужно с вами там 3-5 лет учиться, чтобы потом бегать и устраиваться на работу. Мы с вами потихонечку растем, потихонечку зарабатываем. И, конечно же, уже еще не все умеем,
Но уже начинаем ходить в банкоматы снимать денежку. Это, конечно, здорово и великолепно. А я на самом деле, когда заключила контракт с компанией, много что не умела. И я до сих пор учусь, и мне очень нравится учиться. Итак, и, конечно же, давайте поговорим с вами об обучении. На интернет-проекте Faberlic Online у нас с вами три этапа обучения. Первое – это базовое обучение. Это 5-6 вебинаров в неделю, а 18 вебинаров в месяц. То есть, на самом деле, у нас с вами обучение 1-2 раза в день проходит, кроме выходных. Также, конечно же, обучение с наставником. Если его нет на месте, у нас с вами есть командные чаты. Обязательно пишем в командные чаты. У кого-то в Вайбере, у кого-то в WhatsApp, у кого-то в Телеграме, у кого-то еще какую-то сеть забыла, да, и в Скайпе, да, у кого где директора, там их находите, там с ними общайтесь, да. Я в основном нахожусь в Скайпе, меня очень сложно найти через другие мессенджеры. Далее, значит, Скайп – это сердце проекта, да, нашего. И, конечно, на вебинары мы заранее приглашаем через скайп-чаты и через сообщество в личном кабинете Faberlic. Пожалуйста, читайте свое сообщество. Чат коллег Faberlic. Если наставника нету на месте, то там мы задаем любые вопросы. Никогда не стесняйтесь. А плюс вы проходите еще обучение планерки от своих директоров. Очень много сейчас лидеров, от 12%, которые тоже проводят планерочки, обучают рекрутировать. Если у них получается, то они и своих новичков учат рекрутировать. И да, то есть очень много лидеров. Значит, мы заботимся о вашем росте на всех этапах обучения. Второй этап обучения – это, конечно, всех приглашаем в школу активного роста или фабрику директоров. Мы занимаемся по ней 2-3 часа в неделю. Там идет более глубокое обучение. Фишки рекрутинга уже от директоров. Вот. Ириш, да это не обязательно. Я вот не умею красиво говорить, и все вы видите мой говор, и я не знаю, я не страдаю от своего говора. Поэтому я считаю, что не обязательно красиво говорить. Самое главное – говорить всегда правду. Вот и все. Вот, значит, критерий на вступление в чат активного роста – по 3 странички в каждой соцсети, пройти базовое обучение, то есть побывать на вебинарах для новичка. В пятницу у вас будет схема работы, как регистрировать, правила построения и так далее. Далее, значит, у нас с вами 25 личных баллов ежекаталожно. Вот, проведенных 5 личных регистраций, потому что, вы знаете, в активном росте, конечно, мы уже не учим делать заказы, разутверждать. Вот, спасибо, Оксаночка, да. Правду сердцем, а не шаблонами. Вот золотые слова, Оль, да. Вот, самое главное быть честным, и вот, вы знаете, у вас все получится. Самое главное, говорите всегда правду, ничего не преувеличивайте, ничего не скрывайте, как есть, сразу сказали. Это очень хорошо работает. И на самом деле выгодно, да, послушайте бриллиантового директора Танюшу Распопову, послушайте. Лидеры такого ранга уже дают дельные советы. Елена Васильева, да. Почему 5 личных регистраций с заказами? А, это про что? Я говорила про 3. А, 5 личных, а, про активный рост. Да-да-да, прошу прощения, отвлеклась. На Танюшку засмотрелась. Красный цвет так привлекает. Вот, ну, конечно же, провели 5 личных регистраций. В активном росте мы уже не учим тому, что должен уметь новичок. Вот, и, конечно, также есть критерии на нахождение в чате активного роста. Если у новичка, который там прообучался целый курс, не получается рекрутировать, мы его обратно отправляем на школу новичка. Значит, он где-то в школе новичка не доучился, а где-то какие-то ссылочки ему дали, он их пропустил или не досмотрел до конца, у него что-то не получается, и поэтому у него не получается рекрутировать. Да? Вот. Катюш, я не могу сказать, но свое обучение я буду переделывать сегодня ночью, и завтра я буду вести вебинар по построению. Все будет сделано в кратчайшие сроки. Запись вебинара будет записана. О турборосте уже практически все готово. Еще будет одно профессиональное видео. Вот.
Далее, третий уровень – это директорская школа для топ-лидеров проекта. Туда вступают лидеры, которые уже находятся на обороте в 1000 баллов, то есть старшие лидеры, 12%. На таких школах мы изучаем лидерское сопровождение, автоматизация по работе в соцсетях, построение, как на высоком уровне больше зарабатывать. Вот, правильно строить структуру и следить за структурой. И, конечно, приглашаем вас на доску почета, приглашаем вас на 12%. Вот. И, конечно, с уровня директора, это 3000 баллов по структуре и выше, мы уже участвуем в совете директоров, едем вместе все на ассамблею директоров, имеем престижный статус, конечно же, начинаем квалифицироваться на премии, потому что с директорства как раз только все начинается, да, вот, чеки на региональных конференциях вам вручают на сцене, то есть это признание, вот, бонус стабильности мы с вами начинаем получать и, возможно, конечно же, открытие своего офиса тоже можно открывать уже, открывать спокойно. Поэтому весь наш интернет-проект Faberlic Online зовет вас в чат директоров, да, в совет директоров. Вот, это как раз фотография с нашей прошлой ассамблеи. Столько вот директоров с нашего проекта уже ездило на нее. В этом году поедет уже, наверное, раза в три больше. Вот. Далее, значит, конечно же, ответьте мне на вопрос, читаем ли мы все письма в кабинете. Потому что мы очень часто стараемся вас обо всем предупредить вовремя. Как вы знаете, если кто-то через почту старался работать со своими новичками, то не все письма не всегда вовремя доходят. Сообщество же работает исправно, поэтому для самых важных оповещений мы используем именно сообщество и именно этот конвертик. Да? В кабинете вы всегда своевременно получаете все абсолютно новости про вебинары, про подарки, про неожиданные сюрпризы, про изменения чего-либо на проекте и, конечно же, записи вебинара, если пропустили какой-либо вебинар. Да, Гузалия, мы стараемся, чтобы вы не скучали и всегда были в курсе, чтобы у вас все шпаргалки были под рукой, рассылаем мы действительно много. Также, если вам не приходят письма в кабинете, пожалуйста, вы можете добавить меня в друзья, но обязательно мне напишите сообщение, кто вы, чей ваш директор, откуда вы, и я приму обязательно у вас дружбу. Очень много людей не с нашего проекта абсолютно мне предлагают дружбу, поэтому я уже сейчас каждого через сообщество не ищу. Далее. Итак, добрались с вами для создания базы для работы. Значит, первым делом, что мы с вами делаем? Мы с вами создаем на настоящие сим-карты брендовые странички в соцсетях. ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Да, что-то я еще забыла. Инстаграм, Одноклассники. Да, то есть мы с вами их создаем, желательно на живые странички. И обязательно записываем логин и пароли в тетрадку, в табличку, куда-то, чтобы они у вас никогда не потерялись. Это у вас будут или брендовые странички, как их любят называть, или странички для коллег, в принципе, без разницы. Но в создании базы для работы именно эти странички играют увесистую роль, потому что есть очень много покупателей, продавцов, которые регистрируются, да, и у них нет ни скайпа, ни вайбера, и вас некуда их добавить, и вот таких людей, допустим, вы отрекрутировали сегодня в Фейсбуке, да, вы нашли две регистрации, один покупатель, один на третий вариант. Третий вариант пусть вас находит в скайпе, первый вариант, пожалуйста, добавляйте на страничку для коллег. Да, как бы очень здорово. Потом с этих страничек для коллег можно создать свои группы. Допустим, если вы уже лидер 3%, 6%, то у вас в команде уже есть тоже свои лидеры, да, которых можно поздравить. И вот в этой группе вы можете выкладывать какие-то новости, какие-то поздравления, какие-то хорошие комментарии компании. Да, и у вас начинает потихонечку получаться бренд. Да? Но, как вы знаете, сначала вы своим трудом делаете имя, а потом это имя начинает уже работать на вас. То есть мы на имя
имя на нас. И это обязательно. Если, конечно же, вы создадите просто брендовые странички и начнете о них что-то рассказывать о компании Faberlic, но у вас нет статуса, у вас нет доброго имя в интернете, да, то, конечно, будет очень сложно ждать много регистраций. Да. Обязательно хотя бы дойдите до уровня директора, чтобы рекрутировать брендом, да, как сейчас любят выражаться многие люди. Вот. Но такие странички, конечно, они нужны, чтобы создать с них группы, поздравлять свою команду, чтобы те, кто сомневается, прийти к вам или нет, видели ваш уже начинающийся результат. Да? То есть давайте с вами договоримся. Истории из песка. Ой, Лилечка, спасибо, я так и вспомнила. Да, если вы уже на 6-9%, то у вас есть команда, которую вы можете поздравить, сделать картинки, открытки. Пожалуйста, уже можете на своих страничках или в группе их поздравлять. Вот. Далее, обязательно на страницах фото вы должны быть милый, добрый, ясный, четкий, открытый взгляд, смотрящий гостю странички в глаза. Это очень важно, чтобы фотография была не надменной, не из-под лобья, никакая. Очень важно восприятие вас, вот первые секунды, как вас человек воспринимает. Ясный, четкий, добрый, открытый взгляд. А далее, значит, конечно же, приветствуется деловое фото, да, ну, представьте, вы сидите в интернете, и вам девушка в купальнике предлагает подзаработать. Да? Или какой-нибудь мужик в резиновых сапогах с сигаретой в зубах на пенечке. Да? Вы должны понимать, что ваши фото должны соответствовать. Если вы зовете лидера хорошо, человека к вам, да, хорошо зарабатывать, то вы должны выглядеть соответствующе. Можно выйти на улицу, одеться, да, пофотографироваться где-то, может быть, на природе, еще где-то, да, чтобы у вас были красивые фотографии, качественные, хорошие, без там плохого заднего фона, не размазанные. В основном реги оттуда, да? Ну, смотрите, я вам сейчас рассказываю то, как мы смогли на самом деле сделать хороший результат вот именно на этой системе работы. Если у вас что-то работает или ваши директора вам советуют что-то свое, и у них есть результат, это, конечно же, очень здорово, да? Я вам рассказываю про свою систему сейчас работы, вот. Очень хорошо, что на счастливого ежика идут, юмор приветствуется. Также, конечно же, нельзя лайкать всякие попрошайки, да, типа помогите этому ребенку, у того дом сгорел, ему помогите. Всякие продавашки, какие-то статусы, под которыми есть ссылки на чужие группы, еще что-то, да, то есть наполняйте свою страничку положительным контентом, но таким, чтобы у вас никто ваших людей не увел. Да? Люди очень часто заглядывают, прежде чем к вам зарегистрироваться, в вашу ленту и посмотреть, что там у вас. Если у вас будет какой-то там негатив, понятно, что они к вам не пойдут. Люди подсознательно стремятся уйти от негатива поскорее. Вот. Поэтому все должно быть красиво, авторитетно, положительно, целеустремленно, энергично, да, красиво, чтобы вам самим нравилось то, что вы видите на своей брендовой страничке. Да. Далее, значит, также добавляем таких же хороших фотографий, 5-6 личных из жизни, потому что если у вас будет одна фотография, люди еще будут думать, ваша не ваша страничка, а если у вас будет 5-6-10 своих фотографий на страничке, то это уже здорово. Также обязательно посоветуйтесь со своим наставником, хорошая ли у вас страничка. Вот, и прошу вас не обижаться, если наставник вас начнет корректировать и говорить, эту фотографию убери, поставь какую-то другую, еще что-то. Кто, как не наставники, настроен на ваш хороший рост, чтобы вы больше зарабатывали. Наставники спят и видят, когда же вы станете директорами, поверьте на слово. Вот, далее, значит, мы с вами создаем базу для работы, рабочие странички в соцсетях. С этих страничек мы с вами будем
работать способом общения людей через личные сообщения или через личные написанные сообщения, или через личные видеосообщения, или через личные аудиосообщения. Как вам будет удобно, так вы и работаете. Я очень часто в последнее время начала использовать аудиосообщения, нажимаю «Записать», здороваюсь. То же самое, что на картинке, просто говорю открытым текстом, да, вот, ну, конечно, стараюсь быть накрашена в это время, причесана, чтобы на заднем плане был порядок и так далее, и так далее. Какие-то действия к подготовке к рекрутингу нужно, да, вот, также я скидываю свои видео после того, как лидеры соглашаются и так далее. Ну, вот вы знаете, таким методом мы поработали всего 3 дня, вот у нас сегодня уже было 5 регистраций. Я считаю, что этот метод очень хороший, и я хочу вам его порекомендовать. Я еще раньше о нем никому не рассказывала, а хотела рассказать в активном росте, но потом подумала, чем же новички хуже, что же новички не могут нажать записать видео, да, допустим, в этих же Одноклассниках 3 минуты проговорить и выслать его, конечно, могут. Вот. Видеосообщение отправлять вместо текста, Вика, можно. Да, то есть, и это получается разнообразие. И, знаете, мне очень понравилось так работать. Я так работаю, и, конечно, какой блок может быть от видеосообщений? И, конечно, разнообразить работу. Да? Кому-то лайк поставили, кому-то видеосообщение, кому-то картинку отправили, кому-то текст, кому-то аудиосообщение отправили. И вы знаете... Нет, тем, кто заинтересовался, я уже отправляю видео Ольги Дубяги. А вот это вот, которое в 3-м варианте, я уже его отправляю. Да, вот у меня на самом деле из 5 регистраций 2 сегодня пришли, сегодня активировались. Все замечательно, люди все понимают. Те, кому нужен бизнес, он им будет нужен всегда. Но даже если у вас каталог не загрузился, у вас есть онлайн-каталог, и вы можете по нему делать заказы. Через быстрый заказ можете делать, если есть бумажный каталог, вбивать коды из каталога в быстрый заказ. Как угодно можно делать заказы, не обязательно листать флеш-каталог. Конечно, можно без видеоголосом. Я это намного чаще практикую. Вот я вам сейчас рассказываю, как я общаюсь с людьми. Мне очень нравится общаться таким образом. Я очень часто звоню, прям в Одноклассниках, прям ВКонтакте, прям звоню, сажусь, улыбаюсь, рассказываю, прям до регистрации. Мне не обязательно выводить человека на скайп, чтобы с ним созвониться, да, я звоню в Одноклассниках и все, и мне нравится, вот. Вот и все, да, ну вот таким вот образом. Да, то есть создаем базу для работы. Чем лучше странички, чем красивее странички, чем, как даже сказать, чем они представительнее, тем лучше. Вот. И, конечно же, то же самое, да, но если ваши брендовые странички могут быть созданы по одной, то тут я вам рекомендую создать 15, 10, 20 страничек, насколько у вас хватит рук, да. Обычно, как я делаю, да, когда ко мне приходят новички на вебинар, я им говорю, создаешь по одной страничке в день каждой соцсети. Даю ссылки на платные сайты, то есть столько сим-карт не надо, вот, да, то есть... И новички начинают делать странички. Во-первых, когда делаешь по одной сутки, их не блокируют, это очень хорошо. А во-вторых, когда лидер в день делает, допустим, 4 странички в день, у него на это первый день может уйти полчаса, а второй день уже уйдет 15 минут. Да? Вот, потому что рука уже набивается. На третий день он вообще за 10 минут 3 штучки создаст. А, то есть, и так, неделю, да, давайте с вами посчитаем. Это получается 4 на 7, и, пожалуйста, вам целая готовая шикарная база для работы у вас получается для работы в соцсетях. Так ведь? Сколько 7 и 4? 28? 7. Ну да, мне тоже маловато, если честно. Мне нравится иметь большое количество страничек, чтобы работать с них редко, зато они живут годами, месяцами. У кого мало страничек, тех, конечно, блокируют намного чаще, чем тех, у кого их много. Примерный текст видеосообщения. Здравствуйте, меня зовут Анна Кононова. Очень приятно, что вы приняли мою дружбу. Скажите, пожалуйста, интересует ли вас заработок через интернет?
отправляю. Если мне отвечают, я высылаю видео. Все. Очень все просто. Если отказывают, я им могу опять послать, допустим, или видео, или аудио сообщение, или текст, что в компании Faberlic также есть скидка 20%, 3 подарка вы можете получить, пойти по программе Faberlic Club, можем созвониться, я могу вам рассказать, показать и забрать, помочь ваши подарочки. Но тогда нужно будет первый раз делать заказ с этим человеком, которому вы всего наобещали, это 100%. А видео тут не прокатит. По 9 рублей, да, ну то же самое, да. Видео я отправляю вот из этих, вот отсюда, я же уже высылала. Высылала, смотрите, обязательно, раз, наверное, пятый высылаю, будьте внимательнее, по ссылочкам проходите. У меня все в одной кучке, зачем все по разным местам. Я новичку послала это, и новичок уже добавляет себе в закладочки, и все хорошо, удобно, разложено по полочкам, его работа. Так, значит, это мы с вами обсудили, мы с вами сидим уже 1,5 часа, и мы с вами не прошли даже половины вебинара, поэтому я думаю, мы с вами сейчас уже закруглимся, и завтра вечером, кто согласен, мы с вами встретимся и продолжим, чтобы вы особо не уставали. Желаете продолжить уже завтра? То есть мы с вами остановились на создании базы. Создание базы, да, то есть вот. То есть давайте создаем базу для работы, а завтра уже будем дальше говорить обо всем. Да, вечером удобно, да? Ну, давайте с вами будем встречаться вечерами. Вечером я хоть каждый день могу вебинары проводить, а днем мне, честно, некогда. То с дочкой на занятия, то в больницу надо с дочкой, то еще куда-нибудь. Вот вы знаете, как-то вот я не нахожу время до в обед проводить вебинары на самом деле. Вот, запись будет на моем канале YouTube в открытом доступе в разделе вебинары работы интернет-проекта Faberlic Online. А, текст. Давайте я сейчас пролистаю. Он очень простой, там всего одно предложение. Давайте я сейчас пролистаю быстренько. Текст вам обязательно дам. Прошу прощения, я его обещала, сейчас дам. Так. Так, не то. Вот вы знаете, вот эти вот видеосообщения, вот мой текст, да? Я пишу, что у нас сейчас разработалась новая система TurboRost, я прямо так пишу или прямо так и говорю. Для того, чтобы я могла вам помогать строить совместную веточку, вам надо активировать свой номер минимальным заказом, пишу в течение суток и говорю, если вы не хотите подарки, вот такая-то сумма, если вы хотите подарки, вот такая-то сумма, подарки такие-то, все. Понимаете? Не видно текст? Почему не видно? Ну вот я вам говорю одно предложение даже, да, вот две строчки. Видно, да? Ага, хорошо, видно, так видно. Все видно, да? Ну кому не видно F5? И вы знаете, у нас нет проблем. Я вам честное слово скажу, что правда это мощное оружие. Ничего не нужно усложнять, выдумывать. И вы знаете... Очень часто мне в последнее время начали писать люди, которые говорят, ну, конечно, вам-то просто, вы-то вон в каком уровне. Ну, извините, я не с неба туда упала, а с земли поднялась, так же, как новичок, я когда-то была на нуле, это во-первых. А во-вторых, все до единого, кто упорно трудится и повторяет, простите за некрасивое выражение, но это правда, как попугай за наставником, тот всегда будет расти. Всегда. Да? И давайте с вами завтра вечером продолжим. Вот. Хочется, чтобы вы расслабились, почитали анекдот. Я вас всех сегодня загрузила. Завтра, если что, мы с вами встретимся на вебинаре по построению. Я надеюсь, я успею составить все слайды. Вот. Да, конечно, все начинаем с нуля. Вот, пожалуйста, слова драгоценного директора. Вик, в Доминикану летишь ведь ты, да, по-моему?
Да, немножко рассмешила, да? Да, вам спасибо за внимание. Просидели со мной 1,5 часа. Ну что ж, всем пока-пока. Давайте до завтра. Я вам завтра все потихонечку расскажу. И я думаю, что чем подробнее, тем лучше. Согласны, да? Ну все, давайте. Пока-пока.